Учились бороться с огнем. В роли пожарных сегодня побывали мальчишки и девчонки, отдыхающие в загородном лагере «Ясный». С боевым задором ребята вступили в увлекательную борьбу за призовые места. За противопожарной эстафетой следила Юлия Казакова. Секундомер начинает свой отчет, и первый участник срывается с места. 6 команд по 5 человек. Каждый старается изо всех сил. На втором этапе ребятам необходимо было примерить настоящее боевое снаряжение. Как оказалось, надеть его было не так просто. Но школьники справились и отлично повеселились на свежем воздухе. В лагерь я приезжаю уже 9-й раз. Эстафету тоже уже много раз прохожу. Она для меня была несложная. Я не первый раз участвую в данном мероприятии. В этот раз я одевал боевку. Это не очень трудно. И не очень легко, сноровка нужна. Причем девчонки ни в чем не уступали мальчишкам. Было очень интересно, весело. Я одевала боевку, бегала. Наша команда справилась очень быстро. Я, поскольку первый раз в лагере, я это делаю впервые. Самой зрелищной частью эстафеты стал финал. Юным огнеборцам предстояло сбить мяч сильным напором воды из пожарного рукава. В завершение викторина на знание правил при пожаре и награждение лучших. Каждый ребенок вложил свои силы, свое желание в цель победить. Но самое главное, они приобрели навыки при возникновении пожара в их тушении. Непростой маршрут за минимальное время прошли 3 команды. Искорки, факелы, экстрим. За это им яркие спортивные призы. Юлия Казакова, Николай Младенов, Новости Мурманск.